Всем добрый день! С вами канал Баженит, Омская область. Сейчас спросите, что такой хмурый? Подумаете, что по морде дали? Нет, мне по морде не дали. Это я дал. Окулисту залезть себе в рот. Вот третий-четвертый день. Сначала балдел, а теперь плачу. Отходники после анестезии. День вообще лежал, сегодня более-менее начал приходить в себя. Ну ладно, это не главное, сейчас о другом. О молоке. Вы скажете, в чем здесь подпол? И зачем я все это приготовил и открыл подпол? Буду добывать молоко. Объясняю как. Ну все по-разному добывают. Берется оно, конечно, в сарае от коров. Но чтобы у коров оно молоко появилось, нужно скотине давать сочный корм. С сеном у нас проблем нет. С овсом тоже нет. Ну, сочный корм. Тыкву уже съели до Нового года. Какой сочный корм? Короче, покупатели требуют молока. Отелилось всего 3 головы. Отелилось в ноябре, в декабре. Телята уже большие, уже в холодном сарае стоят. Корова, значит, в месяц у них активная лактация идет, а потом молока они начинают сбавлять до весны, до свежей травы. Чтобы такого не было, чтобы доходы были постоянные, нужно молоко. Сейчас полезу под пол за картошкой. Я еще ни разу не лазил, жена лазила туда. В общем, залезу туда, покажу, что там делается, сам посмотрю. Специально я одеваю камеру, чтобы было видно и понятно, что там будет делаться. Пока выключи. Так, наш подпол. У нас дом кирпичный, а подпол бетонный. Размеры я его тут не знаю. Но нормально, где-то 2 на 2. Стою в полный рост. Так, смотрим, что у нас с картошкой. Картошка у нас 2 сортов. Один сорт позднезрелый. Даже, я не знаю, но в общем хороший картофель. В кусту его мало вырастает, но крупный. И другую картошку мы взяли Розану. У местных фермеров. Специально, быстрого созревания. Ну, такой картофель хороший, сортовой. В этом году тепло. Всю осень было, весь декабрь, январь. Сейчас только морозы начались. И вот эта картошка, вот Розана, которая продается во всех магазинах, начала расти обильно. Вот наш картофель. Вот он. А вот Розана. Начала расти. Но мне легче ее и лучше скормить коровам. Это будет больше дохода. Чем сдать ее за копейки. Сейчас я тут ее в бедра насортирую, переберу. Ростки еще небольшие, но если сейчас уже начало февраля, до весны она не долежит. Вот такие у меня жена огурчики делает с помидорами. Всем добрый вечер. Пошел я на дойку, там у меня жена доит, а я отнесу картошку, сейчас покажу. Да, без шлема никуда. Как люди камеру в руках носят. Мне 2 руки, и то не хватает. Сейчас Игорь Цикон ролик посмотрит и будет задаваться проблемой. А что это мне окулист в рот залазил? А я ему так скажу.
оптимизация, специалистов мало, и они мастера на все руки. Утром он окулист, после обеда стоматолог, а вечером во время дежурства он и проктолог. Так что, мужики, лечите зубы вовремя и не обращайтесь за помощью к проктологу. Что такое? Тебе? На, тебе, на, вот, вот, на, забирай, на булочку. У вас коты булочки едят, а у нас едят, на. Картошку вместе с овсом намешал. Что такое? Не нравится? Не то. Вот, блин. На, ведро второе поставь. Ну ладно, всем пока. Дело к вечеру, сейчас буду форматировать. Если понравилось, плюсуйте в карму.